Повертаємося до студії. Прямо зараз пропонуємо невеличкий сюжет стосовно стану в Миколаєві і тієї проблеми, яка вже нашуміла в усіх інтернет-виданнях, це холера. Отже, що ж трапилося все ж таки в Миколаєві? Пропонуємо прямо зараз невеличкий сюжет, після чого поговоримо із нашою ранковою гостею. У п'ятницю, 11 серпня, в Миколаєві виявили вібріон холери в річці Інгул. Визначально, що при постійних перевірках води його не знаходили ще з 1995 року. І відразу містом поширились чутки про можливу епідемію. Поки експерти з'ясовують, як вібріон потрапив у воду, думки громадськості щодо епідситуації розділились. Холера – це гостро, особливо небезпечне інфекційне захворювання. Ймовірність летального випадку в результаті зараження досягає 50%. Холера в короткий термін може вражати значну кількість людей, а це призводить до високої епідеміологічної загрози. За однією з версій, збудник міг потрапити через несанкціоноване підключення каналізації до зливної системи. Експерти зазначають, що зараз епідемії холери в Миколаєві не існує. Та оскільки вібріон все ж таки знайдений, запобіжні заходи просто необхідні. Поради стосовно лікування та профілактики холери дасть її студії. Отже, повертаємося. Раді представити нашу ранкову гостю, головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви з нами. І так, якщо говоримо о холері, вже определили, скажімо так, да, що нет епідемії, но все-таки найдена в воді. Сейчас много теперь препятствий для людей, чтобы там купаться, покупать рыбу, как, скажем так, им советы. Но еще хотелось бы от вас услышать советы и информацию о том, если вдруг, да, будет заболевание, вот так массово, как уже было, это в Николаеве, чего и бояться. Готовы ли больницы, соответственно, принимать больных и готова ли больница лечить? И, соответственно, первый вопрос – это профилактика. Что нужно делать, чтобы не заболеть? Тут правила самые простые, которые относятся ко всем кишечным заболеваниям. Прежде всего, это личная гигиена. Мытье рук перед едой, как бы не просто это звучало, это прежде всего. Старайтесь не покупать пищевые продукты на стихийных рынках, особенно это касается рыбы, речной рыбы, термически не обработанной. Это малосольная тюлька. В прошлые года, когда была у нас холера, практически 70% заболевших – это люди, употребляющие малосольную рыбу, которая не прошла термическую обработку. И так как и сейчас предложено администрации совершенно правильно, не купаться в водоемах, пока окончательно не исчезнет угроза возникновения вспышки. А если мы говорим вот о этом вирусе, да, как долго может этот эмбрион, соответственно, жить в воде? Сколько ему нужно, чтобы... Это не совсем вирус, это скорее бактерия, холерный вибрион. Достаточно долго, это такой интересный возбудитель, который достаточно долго сохраняется и при низких температурах, то есть на дне, в иле, он может залегать даже до нескольких лет. Вот, поэтому, а высокая температура и, соответственно, загрязнение водоема могут провоцировать его размножение. Поэтому говорить о конкретных сроках здесь не совсем уместно, но, тем не менее, достаточно длительное время. Если мы говорим уже, да, о самом заболевании, как понять, что это вот именно из-за этого, какие симптомы будут? Ну, прежде всего, я хочу призвать всех, кто нас смотрит, слышит, не нужно самому ставить себе диагноз. При первых признаках любого кишечного заболевания безопаснее будет обратиться к врачу, обратиться к специалисту. Это жидкий стул, который характерен не только для холеры, для многих кишечных заболеваний. Но при холере он начинается, как правило, неожиданно, без болей в животе, без температуры, без предварительной рвоты. То есть просто водянистый стул, который может и не насторожить, если это легкие формы человека и не заставить обратиться. Сейчас в этот период я все-таки призываю обратиться в медицинское учреждение, в частности нашу больницу областную инфекционную, где с порога, даже если не будет требоваться госпитализация, уже человека обследуют. Абсолютно всех мы даже еще до возникновения этой вспышки, с началом сезона, скажем так, летнего, мы абсолютно всех обследуем на холеру больных, обратившихся с расстройствами стула. И, как правильно уже было сказано, все
сюжете на сегодняшний день не выявлено, слава богу, ни больных, ни носителей этого страшного заболевания. Это уже радует. То есть основной симптом это... Это жидкий стул. Какая-то еще симптоматика есть? Да, уже по мере, так скажем, усугубления этот жидкий стул количество раз увеличивается. Если 3-5 это легкая степень, то уже более 5 это ближе идет к средней тяжести, а далее к тяжелому. Уже после расстройства стула может присоединяться рвота. Вот, могут на более тяжелых стадиях присоединяться судороги в конечностях, в ногах, в икроножных мышцах, ощущение жажды, сухость во рту. Все идет по нарастающей, это как симптомы обезвоживания. А если мы говорим о самой госпитализации и лечении, как проходит этот процесс и, соответственно, сколько времени он требует? Здесь уже, я так понимаю, сроки есть, да, определенные? Конечно, но каждый и человек индивидуален, и степень тяжести индивидуальна. Чем более легкая, чем раньше человек обратился, лечение может до 10 дней. И чем позже обратился человек, чем тяжелее состояние, тем хуже прогноз, вплоть до летальных исходов. Поэтому еще раз, и не устану это повторять, при первых же симптомах расстройства стула обязательно обращайтесь к врачу. Если говорить о врачах, какой врач за это отвечает? Инфекционист? Врач-инфекционист. Но на сегодняшний день все врачи семейной медицины имеют настороженность. Абсолютно во всех лечебных учреждениях проведены внеочередные занятия по выявлению больного холеры. Мы такие занятия проводим ежегодно. И от санитарочки до главного врача в каждом абсолютно медицинском учреждении знают, что делать, если пришел человек и с характерными жалобами. То есть мы можем на сегодняшний день сказать, что медицинские учреждения абсолютно готовы к тому, я что могу если так вдруг говорить, будут больные. Да, потому что во всяком случае все те ситуации, которые мы прорабатывали, на достаточно высоком уровне находятся знания персонала. И это касается не только инфекционной больницы. То, что касается нашей больницы, вы задавали вопрос. У нас есть на сегодня достаточный запас растворов на случай, не дай бог, эпидемии. Мы готовы обследовать больных, поэтому, ну, естественно, все развороты, если придется холерного отделения, все это отработано годами, поэтому на сегодня я могу говорить, что больница готова. Будем надеяться, что этого не случится, но тем не менее больница готова к тому случаю, если вдруг появятся больные. Заболеть можно только от контакта с водой, соответственно, с рыбой, да, с продуктами, которые с воды изъяты, это, да, рыба, например, и так далее. Или... Нет, не могу так утверждать. К сожалению, наши стихийные рынки, а порой и супермаркеты, не могут похвастаться достаточной санитарной, адекватной, скажем так, придерживаться правил санитарных. Поэтому, ну что мешает продавцу, который является или легкой формой, или носителем, это вообще без симптоматики протекает, так в тех условиях, в которых они торгуют, не помыв руки, сбегать в туалет и тут же продать вам, допустим, буханку хлеба или пирожок. Поэтому говорить, что это только рыба, конечно, это некорректно. Это любой продукт, в котором вы не уверены, это любое заведение общественного питания, в котором мы не можем быть уверены в санитарном благополучии. К сожалению, уровень нашей гигиенической, скажем так, культуры населения оставляет желать лучшего. Если мы говорим о холере, есть ли какая-то профилактика? То есть можно ли себя обезопасить заблаговременно? Ну, я не скажу. Существует даже и вакцинация в некоторых странах от холеры, которая неэффективна, и мы этот вопрос не рассматриваем, он не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Профилактически употреблять антибиотик, или вот, как многие сейчас действительно ходят слухи, да, я пойду пачку антибиотика выпью, я не заболею, такого нет, потому что конкретно лечение идет уже в момент заболевания. Профилактически, к сожалению, это такой вибрион, от которого уберечься можно только соблюдая правила гигиены. Так что вот так, друзья, расставили все точки. Одним словом, не стоит бояться, потому что самое главное при первых симптомах нужно обращаться к врачу, и все будет хорошо. Не доводите до самого страшного, что может быть. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли в студию. Рассказали, расставили все точки над «и».